Так, Женя усадила нас в здании за стол и Сейчас говорит: поставлю. все, садитесь и давайте. Все, в общем, настаивает и будет сейчас нас поздравлять. Так. Вот, поставила вот такую штуку, говорит: все, ешьте, пейте, пока все не сидите, Ну, не это едите. вообще Сережа поставил. Я сейчас принесу то, что я поставлю. Я знаете, что поставлю? Смотрите. Сейчас я вам покажу. У меня Отгляну. простуженный голос, немножко приболел. Там, что ли? Все, что ты туда унес? На место, конечно. Сейчас, друзья, я вам покажу. Так, друзья, сейчас будем дарить подарки. Садись, Дань. Так, вот, в общем, начнем. Сережа, на. Спасибо. Доставай. Ну, это понятно. Пена всегда пригодится. Цвет хаки. Спасибо большое. Носки. Всегда пригодятся. Ладно. Берц еще осталось. Это, кстати, это от нас с Машей. Так, смотри внимательно. Че? Видишь, это все без сахара. Видишь, что я люблю без сахара. Что я Видишь, сказал? это сладости к чаю. Протеиновые всякие шоколадные штучки. А покажи тот с чем. А это с белым шоколадом, брауни. И с малиной. Это сухой поезд. Когда ты говоришь, что к чаю. Вот к чаю. Тонизирующие конфеты. Вот это тонизирующие кофейные конфеты. Круто. вместо энергетиков вредных. Ну, это шоколадки тоже, в общем, к чаю тебе. Это обжаренный кэроб белый и Вот коричневый. это круто. Это все абсолютно натурально. Тоже сладкое. Так, на. Это что такое? Какой-то диффузор. Запах это. Че запах? Че надо делать с ним? Куда его пикать? Его вообще не пшикают. А что, а Ну, куда его? открой это вот как у нас. Это как у нас? Но он там идет не один. А с кем? Ну, ты смотри подарок, увидишь. А, ну палочки такие, да? Да, запах там. Ладно, потом откроем вот. Ну, в общем, это поняли, да? Палочки вставляются, там будет запах. Запах должен быть вполне приятный. Сейчас узнаешь по А куда второму, мне какой ставить? запах будет. Машину? Почему машину? Любую комнату, где находишься, чтобы приятно было. А, в мою комнату. Чтобы приятно пахло. Ладно, спасибо. Так, а это что такое? Что это такое? Давай, переводи, я не понял. Ну, посмотри, что это. Короче говоря, когда ты утром, ну ты не поймешь так, когда ты утром варить кофе, не делай так. Ты А что, сейчас это, взорвется? не делай, ты сейчас рассыпешь. Ты тихо, Что, положи можно в обратно. пакете запаковано? Когда ты утром захочешь, не захочешь варить кофе, но чтобы он был как сваренный, то это, видишь, специальные дрип-пакеты, которые ставятся вот так на чашку. В них внутри кофе. Ты заливаешь кипятком, и они капельным путем тебе делают кофе в чашке. То есть результат тот же, но только ты это не варишь, и это делается гораздо быстрее. Понятно, Но спасибо. это там натуральный молотый кофе. Все то же самое, как будто бы ты сделал, ну, сам сварил. Круто. Понятно? Понял, крутяк. Это Old Spice. Потерся как. Кстати, понюхай. Тебе нравится запах? Это есть. О, Ну-ка, дай-ка. кишью пахнет. Очень приятно. Ты видел, что это мандарин, это апельсином таким пахнет, с Да, чем-то? Очень очень приятный похож. запах. Так, а это что такое? Ну, вот это к тому, ты все открываешь не как надо. А это как надо? Это вместе с тем идет. Ты не видишь, что это одна серия лимитированная? Это лимитированная серия? Да. Хрена себе. Во, друзья. Все. Orange Wood. Человек засыпает в том то, да? Открой. Так только не открывать. Ой, что такое? Это к запаху тому. Там должно пахнуть Ладно, так я же. думал, это кофе Ну причем для. такое? Давай сюда эту. Все, Ты я видишь скоро. коричневое? В коричневом цвете. То есть то можно все время пахнуть, а это свечка. Она запах должен быть Что такое приблизительно такой сидеть? же. Немножко
приболевший у меня мозг. Запах приблизительно такой же должен быть, как тебе? Свечка это. Отлично, спасибо большое, огонь. Это я буду нюхать, закусывать. Вот это, кстати, это кофе, это очень классная штука, вот, из Эфиопии. Друзья, всем привет еще раз. В общем, тот подарок, который я дарила Сереже, ну, как вы поняли, что Дане я дарила денежку, поэтому вот этот маленький подарочек, который я сказала, шел к нему. А у Сережи маленький подарочек, вот смотрите, здесь рич, который я подарила, шел, естественно, тоже к другому подарочку, но, естественно, я деньги Сереже не дарила, потому что деньги ему абсолютно не нужны. Правда, Сереж? Нужны. Нет, деньги тебе не нужны. Мне все нужны деньги. У тебя деньги есть и так, поэтому... Деньги, 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 приз. Деньги, деньги. В общем, деньги ему не нужны, потому что деньги у него есть и так. Вот видите, Рич, он тоже хочет вовсю смотреть, что за подарок. Поэтому у меня немножко запаздывал подарочек, потому что я его заказывала часть на маркетплейсах. Не буду говорить каких, чтобы не рекламировать. В общем, часть подарочка вы видели. Это был, ну, как я сказала, небольшая часть. И сейчас тебе основная часть подарочка, та, которая у Дани. Это были денежки от Маши и меня. А тебе мы решили деньги не дарить, потому что деньги это неинтересно. Если давай. Ну, тебе, может, больше нужны, но мы тебе решили подарить то, что тебе больше нужно, а не деньги. Так что не надо уж тут. Деньги. Вынимай. Деньги. Так, давай, смотри, что это. Палка самурая. Давай. Тут хорошая копалка, смотри. Копалка. О, не копишь, скорее что. Ни хрена себе. Так, ты дальше-то вынимай. Это уже нравится. Тихо. Тут. Ой. Ух, ни хрена себе, хрена. Вот это я понимаю, тема. Кстати, тут написано, что определенная, смотри, вот эта щетка, она хотя не какой-то она органической структуры, которая должна снимать снег, который там липает, и что-то еще. И она в бок поворачивается. Ты знаешь об этом? Да. Это, конечно, не очень актуально. Ну, это просто можно присобачивать. Да. Это было в наборе. Палка телескопическая. То есть, я так понимаю, что надевается либо то, либо скребок. И... Блин, чуть коротковато, конечно. А что, подольше надо? Вроде нормально. Да. Было по длине, было вообще огонь. А ну-ка, штуку надень сюда. О! Так вот, вот так, так, вот, так вот она и так и есть. Вот так вот, одной, так она так и должна быть. А с одной стороны она вот эта, а с другой стороны... Так аж коротковато немножко. Ну, просто машина высокая. Так подожди, ну она вот так должна быть. Вот так, вообще так нормально, да. И если ты хочешь той стороной, если хочешь этой. Так нормально, конечно. И поворачивается на бок, чтобы удобно было хранить в машине, чтобы она не мешалась. То есть можно все сложить, и она вот так аккуратненько лежит. И для нее чехольчик. Ну, я не знаю, чехольчик зачем нужен. Я думаю, что если в машине положить, то он вообще не актуален. Я машину так просто атаку вывожу сейчас. Ну, так как, ничего? Хорошая. Это старая моя уже износилась. Вот это не знаю, почему. Вот тут какая-то другая, там другая. Но тут силиконовая. Тяжеловатая. Так, не работает. Хотя, не знаю, может быть, еще воздух дураками. Нет, ну смотри, там сказано, ну, что нормально. Там сказано, что один снег будет уходить, а тот, который этот, будет вот тут застревать какие-то эти. В общем, не знаю, написано эргономическая щетка для того, чтобы прямо все счищать, что она должна хорошо счищать. Нет, давайте с крыши так. Да, спасибо большое. Это хорошая штучка, это мне нравится. Так, ну это в машину. Это нормально. Это молодцы. Ну да, а просто... Я не буду складывать, так оставлю. Ну так и оставь, ты же машину повинесёшь, да. Зачем? Ну, Серёжа что-то приболел, то ли что? Вот, в общем... Достаточно явление. Да, поэтому я говорю, что тот подарок, это был такой. Ну. Знаешь, что такое? Ёшкин кот, ну-ка пиво несите мне скорее. Это нормальная тема. Это продолжение моей темы, которую все время люблю. То шоколадки, то орешки. Не, ну, мне кажется, что это нормально, да, вот так вот. Вот это я съем сладкое, это ты съешь. Что, ты все съем? Да? Вот, в общем. Ближе потом, это кашель. Почему-то написано, кстати, интересно, написано чудесного Нового года. Я заказывал вообще не к Новому году, ну ладно. Ладно, тут под пиво будет нормально все.
Оставим. Так, смотрим дальше. Что, да. Что это такое? Том, ну, открывай. Томми Хилфигер. Лотки, что ли, сморкаться? Конечно. Я сморкаюсь в футболку. Ой. Запаковано. Вы что это? Носки, что ли? Да? Угадал? Точно носки. Ой, ёшкин кот. Разных цветов. Набор. А чем он пахнет? Чем? А, они парфюмированы. Ты что так сделал? Нет, это так делает Томми Хилфигер. Ни хрена себе. Они очень парфюмированы, я даже не ожидала. Да. Они прям так пахнут, прям духами. Офигеть. Посмотрите. Короче говоря, каждый носочек, он запакован. Посмотри, как сидишь. В общем, смотри, тут нету одинаково попадающихся цветов. Круто вообще. Все разные. Вот это вещь. Вот это я понимаю. Тут значочек Томми Хилфигер. Тянутся они такие. Должны запах приятный. Не растягиваться. А запах очень, очень приятный, мужской запах. Я прям. Что так пахнуло? Да, я понял. Тоже. Просто вон что. Тут я тебя не буду запаковывать. Ну, конечно, что запаковывать. Видите, так, и тут здесь все, вот что никто его не скрывал, ничего, в общем. Дай-ка показать. Как посмотрится. Да. Ничего себе, носки классные вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пар. Ну, хватит на ближайшее время. Потом еще какие-нибудь будут праздники, а может другое. Что-нибудь будет. Ну, они тянутся. Вот такой вот размер, как бы написан. Ну, они действительно такие, видишь, не просто ХБ, там спандекс. А вот написано. Ароматизированные, антибактериальные. Дезодорируют носки. Угу. Так, друзья, Сережа новое достал. Это не пахнет, да? Не пахнет. Ой. Я проверяла, так что вот одни упакованы мной, а все остальные упакованы как надо. Угу. Ну, нормально, что. Размер нормальный, посмотрела. Угу. Да, размер нормальный. Да. Цвета здесь получается черный, синий, красный, серый и темно-синий. Да. Хорошо. Но трусы не пахнут. Они пахнут просто. Да, вот. Ну, странно было бы, если они грязненьким пахли. Все. Да. Круто. В общем, их надо будет постирать. Их надо отнести к стиралку. Да. Красный, синий, ну, всех цветов, в общем. А, короче, три штуки забрать домой? Ну да, забери. А две пары здесь оставить. Ну-ка, синенький вот. На, покажи. Да, будет нормально. Угу. Просто что мне? Ты сюда? Вот я здесь же еще с Нового года, которая, правильно? Ага. Ключ на мне. Да. Вот прошиты они хорошо, все нормально. Да. Все отлично. Не, нормально. Вот. Ну все. Это уже все, потому что уже был подарок, который к подарку, и подарок основной. Так что вот так, друзья. Ебаша. Так, Сережа тут зевает уже вечер. В общем, Сережа еще раз 23 февраля. Я это, конечно, вставлю сразу же во влог, когда дарю подарки, потому что для нас прошло день, а для вас ничего не пройдет. Вот. А Сережа знал, что вместо денег ему я подарю кое-что другое. Но он не знал, что, но что, что-то будет. Все, это копье. Вообще, как хочешь пользу. Да, как пользу, да. Ну-ка, лови давай. Ладно. А тут убить можно. Пластик очень хороший. Да, сейчас пойдем Даньке покажем. А тут написано «Укроти стихию». Укроти ее. Да. Сейчас Даньке покажем вот это. Да, несу сразу. Ну-ка, дай Даньке понюхать. Я понимаю, будет снегопадов в этом году? Ну ладно, если даже не будет снегопадов, в следующем году точно понадобится. Ну, в любом случае. Конечно. Конечно, она, что, она же не испортится. Ты можешь даже ее на даче оставить, а на следующий год взять машину. Я так и делаю к весне, конечно же. Ну ладно, спасибо большое в любом случае. Это классная штука. Все, ура, ура, с праздником. Все, пойдем Даньке покажем носочки пахнущие. Короче говоря, это подарок для Дани.
Сейчас Сережа будет вынимать, потому что Даня стоит здесь сбоку, и, в общем, так удобнее показывать. Вот. Так, это у нас абрау, такой, видишь, напиток. Бери. Белый виноград напиток и красный виноград напиток, газированный. Хочешь, попробуй сейчас. Мыло. Дуру. Так, у Даньки другой. Две доставай сразу там. У Даньки другой абсолютно запах. Можешь свечку понюхать. И скажи, как тебе запах. Понюхай свечку. И папе дай. Как, понравится? Ну да, нормально. У меня по-другому. Да, но это другой, потому что это один, а это другой. Пускай, да, понюхать. Дай людям понюхать. Нюхайте, да. Давай. Вот свечка. И там такие же, получается, палочки. Так, это у нас всякие орешки в обсыпке, в общем. Шоколадки. Шоколадки. Шоколадка. А вот еще. Причем шоколад, видишь, это сделано... Вот еще нашел. Да, и вот такой шоколад тоже. И эти шоколадки все... Короче говоря, заграничный. О. А у Дани кофе в таких же дрип-пакетах, которые заваривать, только микс. Тут будет 6 разных видов кофе. Угу. Попробуешь, какие там будут виды. Носки. Так, носочки белые, носочки черные. Это что такое? Носочки белые, носочки черные всегда пригодятся. Ну, а тебе такое мы не давали, потому что тебе это не нужно. Мне? Что тебе? А мне, значит, нужно-то? А это от Маши и от меня. Денюжки. 2000 от Маши. Что я буду ставить? Вот, 2000 от Маши, 2000 от меня. Круто. Купишь себе в дополнение к этим сладостям всем, купишь себе что-нибудь еще. Так что вот. Держи. Так вот. Отлично, спасибо большое, дорогие наши любимые дамы. Все, в общем, мы с Машей так, ну, мы не знаем, что еще вам дарить, так что всякие сладости, всякие напитки. Можно спортивную машину подарить, можно вертолет, можно... Ну, я Дане деньги подарила, пускай копит. Все, ура. Ура, спасибо. Сейчас Даня себе тоже нальет, давай, будешь наливать вот это вот? Спасибо. Это, видите, тоже коллекция такая из всяких абрау, из абрау Дюрсо, вина со вкусом винограда, 0% алкоголя. Посмотрим, что это будет. Вообще сильно газированный написано. Если можешь открыть, да папе, да, он откроет тебе. Давай, Дюшка, я открою. Написано: уникальный безалкогольный напиток без добавления сахара. Лучше от винограда сочетая себе и лимонада. Разработано абрау Дюрсо. Пока попробуй, как оно. Я так подумала, что сейчас, если он откроет, может сразу все налить. Да. Ух ты. Сильно газировано. Похож прям на шампанское какое-то. Да. Интересно, вот тебе как... давай чокнемся, друзья, товарищи. А так, в общем, желаем, мы с Машей вам желаем здоровья, чтобы вы были счастливы, не болели, чтобы все у вас было хорошо, побольше денег, удачи, всех благ. Ну и вот такие небольшие подарочки от нас. Спасибо. Ну как, скажи по вкусу? Сладкое? Нет. Кислое? Кислое? Нет. На вино? Хорошо. Все, давайте кушать. Ладненько, друзья, в общем, мы открыли вот парочку салатиков и приступаем к еде. У нас тут роллы. Все, и всем пока!